Дину-то меня пытали тоже, в телефон пытался усвоить нахуй. Он мне там ебать лекцию прочитал, он мне в уши охуели, блядь. Я его слушать устал, он начал от курения, заканчивая, блядь. Что-то не насилие, блядь, всю голову не выебал, пока мы вот дошли до этого, до Валентина. Блядь, я с Валентином за 5 минут поговорил нам. Ну все, я тебе позвоню, блядь, до сих пор звоню. Я говорю, это тоже 10 минут, блядь. Все эти дозвониться не могут, блядь. Я зато с этим чипиками ебать долго разговаривал. Я еще помню, сюда оставил, шел, думал, все пиздами, сейчас опять этот пидорас могу что ли. А он, оказывается, уже уволен. Слава Богу, блядь. Повезло.